Всем привет! Сегодня у меня на канале будет распаковка сольного альбома Чондэ, версия Flower. Но перед тем, как мы начнем распаковывать, я бы хотела поблагодарить вас. Сегодня утром, когда я проснулась, я увидела, что количество подписчиков на моем канале стало больше 1000. И это просто невероятно для меня. И я безумно счастлива. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо, что смотрите мои видео. Спасибо, что комментируете. Мне на самом деле очень приятно. И я надеюсь, что дальше вас будет только больше, и мы станем как одна дружная семья. И еще одно объявление о голосовании Billboard Top Social, на которой номинированы EXO. Я бы хотела вас попросить голосовать. Официальный аккаунт EXO делал репосты твитов Billboard. Менеджер наш, любимый Юнмин, пишет об этом. Поэтому не ленитесь, голосуйте в Твиттере и на официальном сайте Billboard. Ссылочку я оставлю в описании. Ну а теперь непосредственно перейдем к распаковке. Мне очень нравится обложка этого альбома. Она супер красивая, во-первых. Во-вторых, она из ткани. И тут двойная обложка. Это просто вау. Вот она снимается так. И без первой обложки она выглядит вот так. Мне очень нравятся цвета альбома. Вау, это так красиво. Чондэ еще нет, но я уже говорю, что это красиво. Просто вау. Блин, я обожаю это оформление. Я смотрела версию April, и мне очень понравилось. Офигеть. Это на самом деле не как фотобук, это... как книга. На самом деле, как книга. Просто вау, это... ну, это очень крутое оформление, безумно. Ой-ой-ой. Тут еще такая закладочка для книжечки. И мне попалась такая карточка миленькая с подписью Чондэ. И такой буклетик. Блин, это просто... Это на самом деле как книга. Какой тут плюшевый пирожочек. Блин, это супер альбом на самом деле. Просто посмотрите. Это вау. Оформление безумно красивое. Блин, я не могу. Этот альбом Чондэ реально перевернул мое отношение к балладам. И, в принципе, я не ожидала, что будет так хорошо все. Это просто... это выше моих ожиданий намного. Просто посмотрите. Это вау. Блин, этот альбом, это просто шедевр. Такие тут живые фотографии. Блин, я не могу. Еще с его подписями.
Я надеюсь, что у каждого мембера будет хорошо оформленный альбом. Это на самом деле очень важно. Тут на самом деле постановочных фотографий очень мало. Это скорее фотографии во время съемок клипа. И вот тизер видео. Это реально, это шок для меня. Лучшая фотография, это, блин, это я не могу. Мне очень нравится, я прям супер довольна. Альбом мне нравится на 100%, просто очень мне нравится оформление, оно безумно крутое, безумно. Блин. Я смотрю в тишине, просто наслаждаюсь этими фотографиями. Это реально очень круто. Я не могу, это реально, это... Я вообще думаю, что из последних альбомов EXO это точно очень... Это самый лучший, я скажу вот так, по оформлению, по всему. Вот тут еще вот так тоже. Очень здорово. И диск в кармашке. Это, блин, это очень круто. Мне очень нравится. Я на самом деле вообще не ожидала такого, что он будет такой классный. О, еще и сзади цветочки. Я его изначально не заметила. Это просто... Я на 100% довольна этим альбомом. Вау! Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Также подписывайтесь на мои социальные сети, все ссылки в описании к видео. Всем пока-пока!